Попадая сюда впервые, вспоминаешь американские медицинские сериалы. Видеокамеры у входа, абсолютная чистота и стерильность, сложная компьютерная техника, удобные современные кресла для пациентов. В эти помещения Саянское отделение Иркутской станции переливания крови переехало 1,5 года назад. 15 человек персонала трудится сегодня здесь. Врачи-трансфузиологи, медицинские сестры, фельдшер-лаборант, санитарки, чьими стараниями поддерживается столь идеальный порядок. Задача отделения – заготовка крови и компонентов крови и обеспечение этим жизненно необходимым материалом Саянской городской больницы и лечебных учреждений близлежащих районов – Балаганска, Золорей, Куйтуна, Зимы, Тулуна, Нижнеудинска. Более 1000 доноров в базе отделения. В год здесь перерабатывается более 3 тонн крови. На станции всегда хранится запас на экстренный случай 20 литров плазмы и 20 доз РВ-взвеси. Практически ежедневно к нам приезжают машины с разных районов, и мы выдаем или кровь, или плазму по требованию медицинских работников, то есть помогаем опосредованно в спасении жизни людей. Врачи, работающие в отделении, имеют особую специализацию. Они трансфузиологи. Трансфузиология – раздел медицины, изучающий вопросы трансфузии или смешения биологических жидкостей организма, в частности, крови и ее компонентов, изучающий группы крови, лимфу, а также проблемы совместимости и несовместимости, посттрансфузионные реакции, их профилактику и лечение. Все на Саянской станции сегодня соответствует самым передовым медицинским технологиям – аппаратура, инструменты, методы работы. Если до октября прошлого года донор тратил на плазмосдачу около 2 часов, сейчас, благодаря новейшей технике, 30-40 минут. Когда человек, желающий стать донором, приходит сюда впервые, он должен иметь при себе паспорт. В регистратуре на него заводят карточку. Затем у него берут предварительный анализ крови. Смотрим все параметры крови, если все нормально, осматривает дальше терапевт. Терапевт-трансфузиолог. И он решает, допустить данного человека к донации или нет. По временному отводу не может стать донором человек, перенесший инфекционное заболевание или операцию. Абсолютно не может быть донором ВИЧ-инфицированный, больной с патологией печени, с гепатитом, с венерическими заболеваниями. Чтобы обезопасить реципиентов, существует определенная процедура. Взятую кровь делят на плазму и РВ-взвесь. Из РВ-взвеси отводят тромболейкоцитарный слой. Плазму подвергают карантеризации и увозят на хранение в Иркутск, где она хранится 6 месяцев. После повторных анализов, подтверждающих то, что донор здоров, его плазму можно использовать. Ее доставляют в Саянское отделение экспедиции, отсюда выдают лечебным учреждениям. В базе данных Саянского отделения станции 326 почетных доноров. Только в прошлом году это звание получили 25 человек. По достижению пенсионного возраста каждый почетный донор имеет звание ветерана труда, присваивается звание ветерана труда, получает ежегодные выплаты, там порядка, они индексируются постоянно, ну порядка 12 тысяч получает. Чтобы стать почетным донором, необходимо пройти 60 донаций плазмы или 40 кроводач. Я бы хотела, пользуясь случаем, пригласить к нам молодых, здоровых людей, молодежь нашу, на кроводачи. Это ведь еще и повод обследоваться, да, лишний раз, на инфекции, на все. За сдачу 450 граммов крови или 600 граммов плазмы донор получает от государства 521 рубль. Кроме того, справку на 2 дня, которые могут быть добавлены к отпуску. Согласно федеральному закону, работодатель должен эти дни оплатить. В некоторых предприятиях работодатели справки донора не принимают и не оплачивают. Но это же федеральный закон, закон есть о донорстве, федеральный закон. Он гласит, что справки донора принимаются и оплачиваются независимо от форм собственности. Кстати, удивительный для современных реалий факт. Среди причин, по которым доноры решили сдать кровь, деньги и дни к отпуску на последнем месте. На первом месте подчеркивает помощь людям. Они говорят, что все, кому-нибудь, как-нибудь мы поможем.